де шукати і як обирати справді якісні продукти. Прийнято вважати, що якщо під час приготування мідія була не відкрита, то її викидають. Але це не відноситься до свіжозаморожених мідій, так як кожна упаковка з мідіями пройшла пастеризацію. Нові кулінарні рецепти. Ми сьогодні приготуємо дві страви. Простой, ну, очень вкусний варіант. З горгонзоли. Горгонзола, сливочний соус і вкусний багет. Вишукані страви кращих кухонь світу приправлені цікавою розмовою. Розкажи про своє хобі, дуже цікаво. Ну, я займаю мотогонки. Я чемпіон України у 2017 году. Я у 2017 году ще став мастер спорту України. Проєкт «Форшмак» на п'ятому каналі. Буде смачно. Спонсор показу Polar Seafood Україна. Спонсор показу Polar Seafood Україна. Вас в ефірі програма «Форшмак» і я її ведуча Аня Юнак. Сьогодні ми продовжуємо говорити про морепродукти. А зараз давайте ви будете вгадувати, а я буду давати підказки, що ж це за продукт такий. У Франції без цього продукту не уявляють собі жодного Різдва. Його запікають або тушкують у вишковому маслі. Також подають із часником та петрушкою. У Італії з нього роблять тартар та карпаччо. Цей молюск являється символом краси та кохання богині Афродити. Адже за легендою вона з'явилася із піни морської у віялоподібній мушлі. Хто ж це може бути? Ну, звісно, друзі, звісно, це морський грибінець. Дуже смачний і низькокалорійний. Отож, я вдягаю свої рукавички і зараз вам розкажу, як правильно обрати і на що звертати увагу при виборі цього молюска. Отож, перше, звертаємо вашу увагу на цілісність упаковки. Вона абсолютно чиста, прозора, без пошкоджень. Наступне. Подивіться, будь ласка, ось на цю торгову марку. Ось Polar Seafood Україна. Саме одне ведмежа, а не три, ні чотири. Одне ведмежа говорить про якість і про те, що цей продукт дійсно якісний, якому можна довіряти. Компанія Polar Seafood Ukraine має більш ніж 30-річний досвід у ловлі та переробці риби. Підприємство володіє власним флотом, оснащеним інноваційним обладнанням. Polar Seafood Ukraine імпортує більш ніж 100 найменувань морепродуктів з різних країн світу. Головний пріоритет компанії – безпека продукції. Адже система управління якістю охоплює весь процес – від вилову сировини до готової продукції. Отож, морський грибінець вміщує в собі усі амінокислоти – омега-3 та омега-6. Користі просто невимовна кількість. Тут дійсно один білок. Це те, що потрібно кожному організму хоча б один раз на тиждень вживати цей морепродукт. Отож, я обираю для сьогоднішньої страви саме Polar Seafood Ukraine, забираю його із собою та відправляюся на кухню готувати. Хочу представити вам свого друга, риболова спортсмена, людину, яка обожнює подорожувати, а також завжди цікавиться усіма кухнями світу. Це Ігор Кузьмін. Привіт. Привіт. Ігор, в мене до тебе сьогодні буде завдання. Так як я розповідала нашим любителям морепродуктів, як правильно обирати саме грибінці,
то потрібно сьогодні з них приготувати якусь дуже смачну страву. Що ти пропонуєш зробити? Ну, во-первых, гребешки кажутся всем очень сложным блюдом, но на самом деле приготовить очень просто. И не обязательно для того, чтобы приготовить, нужно быть супер-шеф-поваром. Так. Я выбрал сегодня такое интересное блюдо из гребешков. Первый раз я его попробовал во время путешествия в Лондон. Это в ресторане «15» Джейми Оливера. Это гребешки с чечевицей. Ну, Джейми Оливер для меня является одним из, скажем так, авторитетных шеф-поваров. У него вот эта вот манера ведения передач, да, манера приготовления. И, как оказалось, это неимоверно вкусно и неимоверно просто. Цікаво. Тобто будемо руйнувати міфи, що це дуже складний такий відповідальний, наче, делікатес, а чи ми боїмося його зіпсувати. Сьогодні покажемо, що це зробити насправді, ну, приготувати смачно. Да. Да? Я його готовлю вдома, всім дуже подобається, дуже просто. Що для цього потрібно? Для этого нужны, ну, естественно, гребешки, чечевица, бекон, спаржа, помидор, одна картошина, ну, лавровый лист, соль, перец, уксус, сливки. Блюдо будет состоять из нескольких компонентов. То есть получается гребешок – это как основной элемент, как бы изюминка на тортике. Чечевица у нас получается для вроде гарнира. Туда войдет картофель, помидор, чеснок. Вот. И мы сделаем соус для того, чтобы это все красиво зашарить. Ух ты, соус, а это соус? Соус будет на основе сливок, он будет с оливковым маслом, солью, ну, довольно простой. Но очень хорошо подойдет гребешка. Добре, давай починати, я тобі в усьому допомагаю, все як завжди. Так. Ну, тоді стандартна схема, так як у нас дольше всього готується чечевица, я предлагаю включити плиту, засипати туди немного чечевицы. И поставить ее варить до кипения на маленьком огне. Да. Также для этого нам потребуется помидор, одна картошина и несколько зубчиков чеснока. Засыпаю чечевицу. Все, где-то примерно 300 грамм чечевицы. Угу. Все, доводим до кипения. Дай, пожалуйста, мне чеснок. Угу. Я с собой притащил свои любимые походные ножи, поэтому мы сейчас чуть-чуть раздолбим чесночок. Давай мне помидор, вот я тогда сделаю. Помидор делать ничего не нужно. Тебе будет самая сложная женская задача, я тебе даю свой маленький ножичек, почистить не одну картошину. Угу. Добре. Так, мы берем несколько зубчиков чеснока, выберем самые красивые. Игорь, да. Скажи мне, будь ласка, как ты назначишь Новый год? Ну, сложные 2020 и начало 2021 года, учитывая карантин, учитывая все сложности, которые сейчас у нас есть, скажем, Новый год отпраздновал дома, в кругу семьи, вкусненько покушали. А теперь перед тем, как закипит вода, нам обязательно нужно бросить помидор и картошину, которую ты почистила для меня. Такий супчик, будем говорить. Да. Ну, это не супчик, это я чуть-чуть позже расскажу, когда уже будет чечевица закипевшая, когда она сварится, помидор сварится. Так, теперь, Анечка, мне для того, чтобы продолжить приготовление, мы займемся спаржей. Мы быстренько, буквально минуту-две поварим спаржу, чтобы она была мягенькой, а потом ее обжарим. Пирог отрезаю у них где-то сантиметров 5. Знаешь, жесткие же частины. Да, 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 да. Это 5 сантиметров, 6, как кому больше нравится. Так, у нас вода закипела, поэтому мы берем, ложим сюда аккуратненько спаржу. Все, и пусть она буквально там 2-3, ну, может, 5 минут. Так, у нас уже закипела, выключаем спаржу. И у нас уже практически готова чечевица. Мы сейчас аккуратно на тарелочку туда доставим помидор. Угу. И снимем. И самое сложное действие, которое будет, это, Анечка, тебе, как всегда, ты снимешь шкурку с него. Достаем спаржу.
Вот, она становится уже чуть-чуть помягче. Смотри, ну, значит, у нас закипает водичка, мы добрасываем чуть-чуть лаврового листочка. Угу. Для запаха. Я его люблю бросать в конце обычно, потому что он разваривается, его потом тяжело вылавливать, а вкус, в принципе, 2-3 минуты все равно на блюдо. Так. Вот, раскалили сковородочку, стабильно сдобрили его оливковым маслечком. Починається навіть скоріше. Да, що ж зараз буде відбуватися? Подай мені, пожалуйста, бекон. Бекон. Зараз ми обжаримо бекончик до золотистого цвіту. Бекон наш, сало наше. І як же даже у нас такі блюда не прокатять. Буквально 30 секунд з одної сторони. 30 секунд с другой стороны. Прекрасный, хороший, чудесный запах. Здесь он везде. Теперь мы красиво это выкладываем на тарелочку. Пожаренный. Вы видите сами, что это буквально пару секунд. Ой-ой-ой. Какая красота. Так. И теперь в это все масочко мы выкладываем фаршу и обжариваем ее. Якраз масло вже ароматне, копченим присмаком. Копчененьким, да. Дадим еще оливкового маслечка. Сім перець. Совершенно верно. Да, нарешті. Эту задачу ми дадим тебе. Так. Да. Открывай соль, перец. Рисочку снимаем, поухаживаем за тобой. Дякую. Давай. Соль, перец. Обжариваем. Ну, це... Так, теперь мы берем пару листочков мяты и тоже их обжариваем в этом масле. Вау! И да? Что она даст? Она даст? Она даст прикольный вкус, запах. И вот у нас уже спаржа стала золотистой. Так. Мы ее так чуть-чуть пробиваем. Теперь можно по чуть-чуть ее доставать. И, мабуть, прямо тут мы будем... Совершенно верно. Да. Ой. Ба-ба. И теперь наступил классический момент. Мы еще добавляем масло. Ставим ее чуть-чуть в сторону. Пусть она чуть-чуть подостынет. Так. Перед тем, как жарить лепешки, мы должны сделать соус и чечевицу. Вылавливаем чеснок и картошку и выкладываем ее с помидором в эту посуду. Доставаем картошечку, которая должна была свариться. И теперь это все нужно разлить. Берем чесночок, чистим его от шкарлупочки. Так вот прям снимаем ручечками. Он у нас сварился. Все хорошо. Так, и будем это все вилочку. Да, и помидор, и вилочка. Я тебе дам вилочку. И вилочка это все разберет. А я пока сделаю соус. Соус у нас состоит из сливок. Жирненький, хорошенький. Сливочки. Потом мы сюда добавляем немного уксуса. Буквально пару капель. Виноградный. Да. Не, ну и чайный виноград. И оливковое масло. И также для того, чтобы было пикантненько, мы туда лимончик вылим. Вашего разрешения я поперчу и посолю. А мы можем сделать ось эту работу в блендере? Да. Можем. Можем в блендере, ну как кому удобно. Можем помять. И теперь
здесь это все перемешиваю. Видишь, он становится густой, хороший. Это в него навіки потрібно готувати. Ні, в сливки. Да, ну, естественно. Сейчас самый ответственный этап. От этого многое зависит. Дело в том, что гребешки должны жариться всего 17-40 секунд. А таймер? Таймер, ну, у нас телефон, как обычно. Так, в принципе, я ориентируюсь на глаз. Они должны стать золотистые с одной стороны, золотистые. Еще надо еще петрушечки в эту кашу. Порезать это треба, так? Да, чуть-чуть зелень. Зелень – это всегда хорошо. Это витамины. К самому главному. О, гребешочки наши. Ой, где ты взяла такие хорошие гребешки? Ой, вот ладно. А я розповідала сьогодні нашим глядачам. Це компанія «Полоцький Україна». Зараз ми перевіримо прямо на ваших очах якість цього продукту. Викладаємо їх. Главное их здесь не передержать, потому что гребешки – это нежный, прекрасный продукт, который буквально за секунду становится... А можно мне досочку? Так, пожалуйста, досочку, ножичек, если нужно. У нас все готово практически, а я... Аромат уже просто божественный. Рахуємо 40 секунд. Рахуємо. Включу таймер для успокоения. Возьму еще тарелочку одну. Видишь, как я ориентируюсь? Они становятся золотистого цвета. И это, в принципе, уже достаточно для гребешков. Главное их не передержать. Потому что они все-таки чуть-чуть у нас могут быть водянистые и суховатые. А так они должны быть сочные. Угу. Они все-таки трохи втрачають в своєму об'ємі, коли смажуються. Конечно, конечно. Все нормально. Ну и сковородка должна быть хорошо раскалена перед тем, как жарить. Вот. И вот они у нас получаются прекрасные, золотистые. Я смотрю, у тебя уже решатка практически готова. И мы начинаем их потихонечку выкладывать на нашу тарелочку. И сейчас мы засервируем стол и попробуем. Ну, тебе самая сложная работа, как и всем женщинам, тебе нужно выложить красиво чечевицу. А вы же не знаете, что это. Просто выкладывай. Ну, как дома, ты себе насыпаешь чечевицу. Ще по вкусу. Быстренько раз. Найважливіше. А я займусь тим же самим здесь. Теперь мы берем гребешочки наши и красиво тебе выкладываем их на блюдо. Берем ложечку нашего соуса. Выливаем сюда. Ну, виглядає вже так дійсно по-шефськи. Ложечку соуса. Берем. Ну, так вже. Красиво выкладываем наш бекончик. Да, это все можно сделать в домашних условиях. Это как раз для локдауна. Да, для локдауна. Локдаун. Как раз подходит. Все, добре, зараз будем куштувати, и я расскажу вам, как у вас. Ну что, возьмем гребінця, возьмем чечевицю и соус. Да, ты заметила? То вкус просто нежнейший у гребешков. Я просто в шоці, наскільки дуже м'яка сочевиця, наскільки вона підкреслює смак наших гребінців і поєднання із соусом. Я ще не куштувала навіть бекон, але я вже хочу ще з'їсти один кабінет. Все чудово. Просто неймовірно.
виглядає дійсно як у справжньому ресторані. Тож, Ігор, я вдячна тобі за цей рецепт. Дійсно, можна і здивувати своїх друзів, які обов'язково прийдуть до нас на новорічні свята. І з нашими українськими продуктами, саме в нашій такій варіації, можна показати лондонську страву від Джиммі Олі. Поздравляю всіх з Новим Годом. Желаю, щоб 21-й год став для всіх более удачным, чем 20-й, чтобы все трудности мы преодолели, закончился этот карантин, локдаун. И главное, чтобы вы все были живы, здоровы, ну и приятного аппетита. Так, друзі, я хочу сказати, щоб 2021 рік був смачним вашим роком, щоб ви готували, не дивлячись ні на що, ні на які обставини, щоб, адже ви можете це все зробити в себе на кухні, щоб дивилися нашу програму. І мені буде дуже приємно, якщо ви будете повторювати наші рецепти в себе вдома. Отож, будьте здорові та будьте щасливі. Це була програма «Форшмак». Мене звати Аня Юнак, сьогоднішній гість Ігор Кузьмін. Тож, до зустрічі і з Новим роком!